И еще одна новость из-за океана. Находящийся в Соединенных Штатах нардеп Андрей Артеменко, избранный в парламент по спискам радикальной партии, обратился в Высший административный суд Украины. Он просит признать незаконным указ президента Порошенко о лишении его украинского гражданства. Дата судебного заседания пока не определена. Кроме того, адвокаты депутата направили в администрацию президента запрос с просьбой предоставить копию указа. По их мнению, подобные решения главы государства должны публиковаться. Напомню, ранее в миграционной службе официально подтвердили, что Андрей Артеменко больше не гражданин Украины. Основанием для этого стало наличие у него канадского паспорта.